PCP-винтовку от Calibre Gun Cricket Standard. Поставляется в комплекте с заправочным штуцером и двумя магазинами. Интернет-магазин «Попади в десятку!» Эта винтовка выполнена в компоновке Bullpup и имеет деревянную ореховую ложу. Тыльник ее приклад резиновый. Рукоять затвора находится с правой стороны. В ложе находятся 4 контейнера для хранения запасных магазинов. Ресивер имеет объем 280 кубических сантиметров. Манометр находится на конце баллона. Здесь же и гнездо для заправочного штуцера. Длина этой винтовки 840 мм. Весит она 2 кг и 900 граммов. На ее стволе установлен саунд-модератор. Производятся эти модели в Чехии, о чем на ее корпусе есть надпись. Прицелы можно устанавливать на металлическую планку вивера. Оригинальный предохранитель имеет форму полукольца, охватывающего ресивер. Использовать его удобно как с левой, так и с правой стороны. Контейнеры для магазинов имеют магнитное крепление. Всего их 4 штуки, открываются они на правую сторону. Учитывая без того большой объем магазина, составляющий для этого калибра 14 пуль, общий боезапас винтовки получается внушительным. Именно за это винтовки Cricket и любят. На правой стороне предохранителя есть красная полоска, показывающая, что он находится в боевом положении. Отдельно стоит рассказать про систему заряжания этой винтовки. Помимо рукояти затвора, у нее есть еще один рычажок. Он выполняет здесь две важные функции. Во-первых, он управляет осью, на которой вращается магазин. Чтобы установить его на место, рычажок нужно оттянуть. Теперь он будет надежно закреплен на оси и никуда не денется. Далее этот рычажок нужно приподнять и переместить его в переднее положение. Теперь во время перезарядки магазин будет вращаться. Получается, что всего у этого рычажка есть 3 положения. Заднее, при котором можно снять или установить магазин, переднее для стрельбы и среднее. В этом положении при перезарядке затвора магазин будет оставаться неподвижным. И напротив ствола всегда будет находиться пустая камера. Кстати, эта винтовка прямоточная, редуктора у нее нет. За счет этого повышается ее износостойкость и надежность. Подвижная ось магазина исключает возможность его внезапного выпадения. Винтовки «Калибр», как и любая другая пневматика, продается в нашем магазине любому совершеннолетнему гражданину. Для ее покупки не нужны будут никакие разрешения или лицензии. А в комплекте с винтовкой вы получите сертификат о том, что она не является огнестрельным оружием. В раздушенном состоянии эта винтовка способна развивать скорость пуль до 300 метров в секунду. Пневматика – охолощенное оружие. Самооборона, луки, арбалеты и ножи. В магазине «Попади в десятку». Подписывайтесь на наш YouTube-канал и страницу ВКонтакте.